Всем привет! И, в общем, я поехала. Поехала в Москву, на Пушкинскую, там, где сегодня будет оппозиционное мероприятие. Ну, потому что уже вот. Честно говоря, не очень хочется, потому что дел очень много. Это как раз из тех, кому всегда есть чем заняться и по дому, и по работе. И вообще были всякие разные планы на этот праздник. Но когда я читала новости вчера, сегодня, ну просто одна за одной, ну вот что-то переполнило какую-то чашу. Если раньше я как-то вот сомневалась, там, поехать, не поехать, все, сейчас же все, точно поехала. Вот, то этот закон больше трех не собираться. Вообще вся вот эта клоунада. Вот, потом, вчера, значит, этот вот обыск у Навального, там с Немцовым что сделали, я уж не помню, но что-то как-то он там профигурировал, куда-то его уволокли, по-моему. Вот, потом Ксюхе, к Собчак ворвались, что-то там у нее шуровали, не давали ей одеться, еще что-то. Вот. Можно по-разному относиться к этим людям, но вот так делать нельзя. Это как-то вот очевидно, просто по здравому смыслу. И, в общем, последнее, что меня дотюкало сегодня, это когда я посмотрела на Рамблере новости, там, значит, сказали, что вот, обыск Навального завершен. Вы знаете, как вот загружаете видео или наоборот скачиваете видео, там потом программка такая выскакивает, значит, там комплит, то есть завершено. Вот. То есть вы как-то в режиме реального времени, то есть они его что, обыскивали сутки, что ли? Но еще что-то вот от всего вот этого уже так, уже вообще вот уже никуда. Все. Вот, предел какой-то. То есть беспредел. Ну, несмотря на то, что дел своих по горло, но тем не менее, вот так вот все время рассчитывать на кого-то другого, там я не приду, придет кто-то другой, а тот на меня понадеется, а тут я чувствую, мы оба придем, и тот, и я. Вот. Я живу, как знают мои зрители, не в Москве, я живу в Подмосковье. И мне на минуточку нужно будет пиликать до Пушкинской на автобусе сначала полтора часа, потом на метро еще где-то минут 30. Вот, и обратно, соответственно, столько же. Дорога мне обойдется рублей в 500. Ну, то есть туда-обратно автобус плюс метро, ну плюс там еще хоть воды попить, хоть чего-то. Вот, минус из бюджета. Ну, тем не менее, вот, я просто чувствую, что уже вот надо. Ну, я надеюсь, что со мной там ничего плохого не случится, что не будет там никакого ни буйства, никаких провокаций. Я настроена оптимистично, настроена позитивно, поэтому не буду говорить всяких глупостей, типа, если вот там больше видео не будет появляться, вы будете знать, почему там... И так далее, ищите меня в глубине сибирских руд. Не, ну, конечно, этого всего не будет. Вот, я бывала уже на одной из таких акций, когда в декабре, кажется. Ну, еще когда было еще холодно, нет, не в декабре, ну, где-то осенью. Ой, не помню уже. Но не на одной из самых первых. Вот, поэтому, в принципе, мне там, наверное, будет неинтересно. То есть я, в общем, как-то один раз уже была, и, наверное, там будет все то же самое. То есть речи с трибуны, там всякие там слова зажигательные. Вот, ну, кстати говоря, тот раз мне очень понравилось, что очень много позитивно настроенных людей было. И вот они шли как на праздник. Знаете, там с шариками, с какими-то мишками. Да, с какими-то плакатами весьма креативными, очень много студентов, люди совершенно разных возрастов, совершенно какие-то просто разные люди, все настроены очень дружелюбно, пожалуйста, простите, ой, пройдите, ой-ой-ой, там, прямо сама любезность. Причем какая-то вот такая не наигранная, а царит какая-то атмосфера всеобщей трогательности. Вот, правда, там были националисты, они вели себя довольно
агрессивненько, ну, то есть, по крайней мере, были какие-то такие наэлектризованные, они ждали все время какой-то команды. И меня сначала это принесло к ним, вот в их тусу, я потом из их туса, значит, ушла. Вот, не знаю, что будет сегодня, посмотрим, поживем, увидим. Вот, но, тем не менее, вот такое вот у меня возникло ощущение, с которым я пыталась что-то сделать, вот такое ощущение, что все, надо. Хочешь, не хочешь, ну вот надо. Хотя с каким бы удовольствием я сейчас занялась какими-то другими делами. Ну ничего, не убудет. 400 рублей не самая, 500 рублей не самая большая потеря по сравнению с тем, что можно потерять, если вспомнить там таких вещах, как... Не буду пафосно говорить. Просто не буду. Ну все. Всех целую, всем пока, то мы скоро увидимся.